Здравствуйте. На табло пока нули, но мы уверены, что через 90 минут там будут гореть совсем иные цифры. Да, как вы уже догадались, мой коллега Черданцев Георгий, а вместе с ним и я, Генич Константин, ожидаем сегодня парад голов. Хороший пас на ход. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Ужасное исполнение. Вратарь с мячом. Хорошо мяч перехватили в атаке. Хорошо увидел партнера впереди. Потерял от выгодной позиции игрок. Вытаскивает мяч голкипер. Великолепное спасение. С такой-то дистанции удары вообще редко отбивают. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. Де Росси. Самый простой и надежный способ в такой ситуации — просто-напросто выбить мяч и все. Модрич. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Игрок поспешил, залез в офсайд. Суарес. И удар должен последовать. Удар. Здорово. Очень хороший удар получился. Да, на какие-то сантиметры мяч разминулся со створом ворот. Вперед идет атака. Интересно может быть. А мяч уже у соперника. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Когда бьются такой... Мимо ворот пролетает мяч, и эту атаку можно считать завершенной. А шанс, кстати говоря, был неплохой. Техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Удар, штанга и гол. Вышло довольно корявенько, но гол, как говорится, не пахнет. Действительно, удар получился не слишком акцентированным, правда, поток такой замысловатой траектории, но этого вполне было достаточно, чтобы мяч оказался в сетке. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Уилшер. Все верно. Пора сместить акцент атаки. Манджукич. Асамо. Валенсия. Манджукич. Пас на ход партнеру. Поднимает флажок, боковой арбитр. Поторопился атакующий игрок, залез в офсайд. Нет, не дошел этот пас до адреса. Все просто, вынос. Вот мяч из боковой, в такой близости от штрафной, потенциально очень опасен. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Подача! Чей мяч будет? Выбит мяч из штрафной. Асамо видит игрока впереди и отдает пас на ход.
медленно затухла, как выброшена на берег рыба, атака этой команды. Манджукич. Хороший пас на ход. И пробил. Гол. Забивают еще один мяч они. И теперь в два мяча ведут. И из такой ситуации очень сложно будет выбраться сопернику. Счет 2-0. Укрепила команда свое преимущество. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Может получиться интересная атака. И мяч у вратаря. Без труда он его забирает. Кажется, появляется возможность для потенциально очень опасной контратаки. Не получился навес. Мяч выбит первым же игроком соперника. Удар по воротам. Угловой удар назначает судья. Этой команде сейчас очень нужен гол. И болельщики здорово поддерживают свою команду. Уилшер. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Хороший вынос мяча из штрафной. Уилшер. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Ищут они разные варианты для атаки. Модрич. 3 минуты добавлено к основному времени тайма. На само. Мяч вперед идет к чужим воротам. Окраина плохая передача приводит к потере мяча. Серьезный перевес одной из команд после 45 минут игры 2-0. Вторая половина матча началась. Хорошо мяч перехватили в атаке. Де Росси. Манджукич. Модрич. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Ушел мяч, аут. Уилшер. Есть адрес у этой передачи. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыграли. Такого стандарта вполне можно добиться успеха. Верный момент, чтобы забиться штрафного. Ловит мяч вратарь. Не получилось забить со стандарта. Пас на ход партнером. И разрезающий пас на ход. Надо забивать и гол! Счет 2-1.
Суарес. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Модрич. Манджукич. Де Росси. Все верно. Края надо чаще задействовать. На пару решили разыграть эту комбинацию. Модрич. Есть удар! Перекладина! Сильно ударил, чуть точнее бы. Хороший, опасный был удар, но вратарь показывает, что он все понимал и все видел. Штрафную подачу есть там кому сыграть. Это мимо. Еще много времени до конца матча. 30 минут. Джагел. Суарес. Потеря и у соперника. Удар! Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Офсайд сигнализирует боковой. Они были очень близки к тому, чтобы отличиться и сравнять счет в этой игре. Но голкипер показал себя молодцом. Смотрим за атакой. Стремительно она развивается. Грамотный пас. Все по делу. Ну, навешивай. Подает на ближнюю штангу. Защитник подчищает. Мяч выбит. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Хорошо мяч перехватили в атаке. Попадает под прессинг. Похоже, эта атака закончена. Мяч они потеряли. Классно в перехвате сыгран. Мяч остался у них, так что свисток молчит. Модрич. Манджукич. Де Росси. Джагелка. Суарес. Очередной точный пас в его исполнении. Нет, не дошел этот. Арбитр назначает штрафной. Возможно, ситуация тянула на предупреждение, но пока что арбитр ограничивается устным внушением. Рефери сегодня достаточно спокойный, на самом деле. Он часто позволяет играть достаточно жестко и грубо. Другой бы уже, наверное, команды посадил на свисток. Хороший вынос мяча из штрафной. Асамо. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Трибуны вовсю гонят хозяев вперед. Еще бы! Они же знают, как важно именно сейчас команде забить гол. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Команда проигрывает один мяч, и посмотрим, что они придумают с этого углового. И в центр штрафной мяч летит от углового флага. Четко действует вратарь на выходе. Мяч за боковой линией. Уилшер. До конца игры 7 минут. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Вынос. Главное, чтобы повыше и посильнее. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Не отдает мяч под прессинг. Атака продолжится через фланг. Может он сравнять счет?
Не получилось развить эту атаку, защитники надежно сыграли. Великолепный проникающий пас. Гол! На последних минутах они все-таки сравняли счет. Они сравняли счет на табло 2-2, и остаток матча обещает быть интересным. Очень перспективная атака, и какая важная. Если они забьют, то наверняка победят сегодня. 2 минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Де Росси. Ничья по итогам 90 минут, и придется играть дополнительное время.